Опа. 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 Что это у нас такое? Какая история Италетты? У нас новая история Винсента. Да-да-да, не удивляйтесь, я начинаю. Это да. Семья Мур. Мур-мур-мур, так. Я вам понял. В общем, начинаем проходить, да? После стольких лет. После этой Риталетты. Чуть-чуть это сбавим Скайрим. И разбавим самой мужской игрой Симпсон. Нужно чуть-чуть разбавлять коктейльчик, понимаете? Так, ну-ка. Опа. Еще цель. Как хорошо снова оказаться дома после двухнедельной командировки. Однако спутники сами собой не запускаются. О, чего это Саманта Гайтон? Как здорово видеть Саманту. Клюну ее в щечку. Как что, петух типа? Нихера себе он тут бабок получил, он вообще просто... Клюнул в щечку вообще. Винсент, мы встречаемся уже 3 недели. Пора официально оформить отношения. Я запланировал свадьбу, пока ты был в отъезде. Купила себе обычную свадебную арку по твоей титановой карточке. Это чересчур, Саманта. Мы встречаемся всего лишь 3 недели. И 2 из них я был в отъезде по делам. Может быть, нам стоит все обдумать? Обдумать? Я собиралась замуж за тебя. Я думал, что ты меня любишь. Ты еще пожалеешь об этом, я обещаю. Что? Что за тёлка? Нихера у меня сколько денег, вот почему она хочет на мне жениться, я понятно. Блин, конечно, бабла у меня кур не клюют. Херня какая-то произошла. Что на канал? Обжора. Учись кулинарии. Полезная. О, захотел пожрать, пострел, захотел пожрать. Это за свалка, потому что если уборщица, мне потребуется помощь, чтобы привести все в порядок. Это да, я знаю. У него есть с собой, да, позвоните, услуги. Уборщик. Да. Так, выруби телек и посты сходи. И... У тебя реально засрана вообще жесть. Кто, что у тебя вообще произошло? Боже мой, пока я был в отъезде, Саманта лепила в моем дворе свадебную арку. Где же мой лучший друг Грег? Он должен приглядеть за домом. Что произошло? Оп. Нахер свадебную. Да, почисти вместо уборщицы. Ты ведь за это ее нанимал, чтобы... Да давай еще там вымой что-то. А тут не загрязнили, надо же. Давай, что-то вымой все, значит уже. Что-то делать, белый брюк. Уборка у него не в каче, да, вообще. Нужно перекусить, я жутко голоден. Да не так уж ты и жутко голоден. Так, плотно поесть. А вот тут, это же BTH. Нихера себе. Что такое у нас? Ага, полуфабрикат. Я никогда не пробовал из этих вот штучек чуть пожрать. Ну-ка, оп. Просто аппетитно. Опа. Чё это? Убери это говно. О, это, видимо, мой дружочек, блин. Грег наконец-то вернулся из откуда бы то ни было. Нужно поговорить с ним и выяснить, где был и почему у меня такой дом бардак. Грег, здорово, чувак. Ты мне нравишься по виду. И далее, вот это парень, понимаю. Давай. Здорово, чувак. Так. Детка, привет. Так, нужно поговорить с тобой. Вот, похват. Как
поговорить, поболтать. Давай. Здорово, братан. Чё за дела? Я не понял, чё у меня такой срач дома. Такой, дружище, я уже вернулся, а я как раз собирался навести порядок. Всё такое, извини за бардак. Чё-то тусовку устраивал. Грек, не волнуйся, я только что наел уборщицу. Я только хочу знать, почему ты позволил сама тебе лепить эту свадебную арку на мой участок. Это в них и ворота не влезают. Ах да. Знаешь, у нее были такие дикие глаза и рот до ушей. Я решил с ней не связываться. Ну да, тёлки опасны в таком экстазе. Но есть и плюсы. Я купил тебе этот мощный компьютер. Только, пожалуйста, не спрашивай, что осталось со старым. Ну-ка, зацените комп. Ее, суперкомпьютер, мастер-контроль. Ну-ка. Во. Место идеально. Оп. Так, чё, по работе даже есть. Мини-гольф. А мне есть где-нибудь мини-гольф? Ща, поставим мини-гольф. Это ж офигенно, как будто как настоящий богач. Где-нибудь тут поставим. Вот. И пойди поиграй. Откройте панель наград и выбить компьютер еще. Да, я уже это сделал. Ага. Понял. Грег, предложить урок. Давай я предложу тебе урок. Так, глава 1. Как только я вернулся домой после запуска спутника, Саманта пыталась заставить меня вступить с ней в официальный брак. И это через 3 недели после знакомства из трех, где из которым 2 я был в командировке. После того мы не можем больше встречаться. Это и хорошо. Не хочется даже пересказывать, что устроила мне Саманта, получив отказ. Ничего. Чувак, давайте, ну что там, гольф. Ох ты, окей. Ага. Вот и научу. Надо идем посвободнее тебе не поставить. Вот он. Давай. Опа, да. Давай, давай, чё. Нормально. Папочкой своей. Давай увидимся. Ну ладно. Покажи, что ты хотя бы умеешь. Раз ты его учишь уже. Ну, умеешь. Крутой. Давай, прими душ. Все понятно. Крут, не по годам, просто умен. Оф, ну конечно, тут ум не здесь, но он два. Давай, умойся. Там поубирался, потел, тут все убрало, уборщица. Этот срач. Так, что там в компе найти работу? Ага, спасибо. Отправить письмо. Конечно же им. Йоу. Играть в игры, давай поиграю. Поиграй на это ж мощный ПК. Ну-ка, чё там, сколько там, 1000 FPS? Чё-то графончик, такой себе графончик. Других игр просто нет. Какой безумный день, буду спать, ясно. Завтра только. Обновиться задание, так, ну чё это, ну... Игра, интересно, есть ли такая игра? Наверное, есть. Надо будет узнать, что за игра вообще. Что-то пожать перед сном, давай. Полфабрикаты готовят. Кулинария развивается. Выключи. Пожри и спать. Просто как настоящий мужик. Все, спи. Акула бизнеса. Разрывает там всех своей пастью. Хотя бы поцеловал ее перед разрывом. А что-то еще я там успел сделать? Не знаю. Ой, все. Туалет. Пожалуйста, подождите. Скоро, значит, будет. Так. Нанести марафет. Ну-ка, оп. Красавчик. Музыку на металл. Вот тогда
Ну-ка. Бля, пока непонятно, чё. Так, чё ты там? Чё ты уже готовишь, ты ж не хочешь жрать. Ты чё спалил? Чё, пуш есть уже? Нормально. 4 утра. Нормально. Так. Давай, пожрал. О, ковер у него элитный, смотрите, у него пока першака расходно. Еще булка, ты че? Ну ладно, раз пожрать проперло, че бы и нет. 50 роман, проверить почту. А вот есть что-то от него. Прими душ. Давай-ка. Еще раз нанеси марафет, ты ж после душа. Поиграть что ли в дартс? Я бы играл бы все время в комп, на самом деле. Но тут такого нет. Ты пока попиши роман уже. Пускай напишет роман, что ему еще терять. Все чисто, все в порядке до завтра. Нихера себе, как он херачит, просто вот это я понимаю за друг. Видите, получает 1 балл творческих способностей. А, это, видимо, творчество развивает. Просто. Воу. Воспользуйся. И поболтай с... Мэй, не знаю, кто такая. А кто это такой? Черная кожа, парень. Так, все, да, иди спать. Печально. Давай. Чё-то не было никакого задания, странно. Чё-то так бывает в жизни. Я думал, тут все запланировано, все сделано. Есть один день на себя. Просто, видите, в компе провел я день, вот это я понимаю. Похоже на мой день. Так, что там потом? Подкрепиться, чипсы почему? Подать себе портфель, попасть завтра, плохо спать. Хлопья, не знаю, что там. Что хочешь? Хлопья, да. Так, правда, они мало восстанавливают. Чипсы еще жди, да. Еще чипсы покажи. И запей соком. Все, готов. Где воспользуйся, прими душ. Вот, все, идеально так. Еще приходит эта вот уборщица. Может, с ней там позаигрывать? Дать на чай, 100 баксов. Давай-ка, я ж богач. Опа, серьезно, Винсент, мой лучший клиент. Да че ты, да, давай поговорим. Давай поговорим. А, он не звонит. А ты на звонок. Че такое? Дружище, все парни сегодня собираются в боулинге. Забудь ты эту самату, стряхнись и езжай сюда. Грег прав, нужно выкинуть самату из головы, чтобы давненько... Я уже хотел это сделать. Чтобы давненько я не был в боулинге, пора осталось ей. Ага, это когда подсказка, позвоните в такси. Ага, ну, в какую-то аллею, хорошо. Все, чувак, я понял. Все, чувак, я понял. Звоните. Вызвать транспорт. Пригласить такси. Такси скоро подъедет. Все навыки нормально, нормально. Так, болливудская аллея. Погнали. Все, давай, погнал. На аллею. Расслабьтесь с мужичками, там все дела. Будьте игольники бегать. Надеюсь. Забудь, это в сарамант поганый вообще.
Хотя ты вроде сильно не тосковал, потому что она какая-то вообще просто глупая. Глупая. Глупышка. Глупая глупышка, понимаете. Подъехали. Бэнг, 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 бэнг. Пойдет. Так. Эй, мы уже играем в боулинг. Давай к нам. Давай. Приветствую тебя, о, Винсент. О, это типа ботаник, я понял. И он с ним больше дружит, нормально. О, я думал, он будет меньше. Любит ботаник. О, это я знаю, что. Это у нас на эту. Как сделать это? Ой, я не то. На эту же, на заставочку. Ну вот, ты уже лучше выглядишь против вчерашнего скандала из-за всех этих разборок. Я не хочу сейчас об этом говорить, Грег. Я не думаю, что она пытается насильно женить меня на себе. Да, парень, сама-то сам была, с самого начала была плохой идеей. Опа. Так, чё тут? Наверное. Ага, штабное совещание между солдатами любви. Но главная проблема мне видится в том, что вы гей. Картман прав. Ей нужны были только мы твои с Эмилиом. Винс не оборачивайся на девочке возле кофейного пара, просто улет. Иди взбодри чашкой в кофе, парень. Да без проблем. Так, сейчас будем пикапить опять. Оп. Ну-ка. Я возьму кофе, и ох, блин, потерял свой номер, можешь дать свой? Хорошо, но с одним словом, когда не играет на этой дорожке. Договорились. Бесплатно за счет заведения. Такое, понимаете. Учитесь, пикапить телочку. Бодрость еще повысит, нормально. Такое, ну что, ты взял этот телефончик? Удивительно, да, взял. Ну ничего себе, ты ведь все равно не позвонишь. Может, дашь его мне? Можно потом и ты позвонишь. Нифига ты пикапер, а? Хочешь тут же? А я уже с какой-то другой телкой говорю. Параллельно, как с ним, да? Сейчас комплимент давай. Мне Болик надоел, может, сыграем? Ага. Давай. Поставь деньги. Но мыши тут богаче, мы должны все время. Такой, оп. Или можно эту поставить, как мы играем в бильярд или в боулинг, интересно, что. Семейный альбом. Ну-ка. Если ты... Сработает 5 профессиональных кандидатов. Нихера себе, что это такое? Ну ладно. Я забыл, как делать, чтобы убрать этот интерфейс. Присоединиться, давайте играть. Мне пора бежать, увидимся, Винсент. Давай. Давайте, быстрее наверное. Парень, зачем тебе встревать в новый роман, когда ты только что отбрыкался от девушки? Дай мне телефончик Наоми, и все будет тип-топ, идет. Раскатал губу. Вообще, губу свою подбери. Че, я ухожу все время, давай. Нужно отклоняться, дорогие друзья, сэр. Я получил внушательное опасение, сигналы из своей метагалактики. Расе разумных искателей сокровищ, вновь требуется моя помощь. Майора Пронина. Да пребудет с вами сила. Да-да, приятель, счастливо. Пока, Картман. Нормально. Сколько можно? Прыгает как говно. Типа ненавидят друг друга. Не оглядывайся, зоркий глаз. Пришла Саманта с твоим другом Джонни. Нифига себе. Джонни Килькин? Не могу поверить, что она крутит роман с моим главным конкурентом. Еще вчера она вопила о замужестве. Просто смешно. Ну ладно, закручу еще 3 романа, посмотрим, что она запоет. Да ладно тебе, забей.
Ой, такой. Такой уже. Ухаживать, очаровывать. Такой. Да ты же Винсент Мур, знаменитый миллионер. А мне казалось, ты выше ростом. Ухаживать, очаровывать. Давай еще тебя попробуем закапить. Ну-ка. Да ладно, да, ухаживать, очаровывать, давай, давай. Оп. Ничего себе. Эй, я пришла сюда боинг играть, а не знакомство заводить. Нифига себе. Давай еще с тобой что-то. Я забыла свой номер, подожди, сейчас попробую уточнить. Все отшили просто. Я ж миллионер, на меня должны кидаться просто. Свои трусы на меня кидать такие, упс, типа мы случайно. И что она? Душераздирающее зрелище, так тебе и надо. Можно научиться обращаться с дамой. Джонни это умеет, поэтому я остаюсь с ним. Чао. Пока, Балан. Чао, пока. Ты чё, офигел, Балан? Я сейчас приду тебе морду надеру. А если не смогу, то на нему кто надеру тебе морду. Присоединиться. Ну и грубиян. Про Саманту уж вообще молчу. Вообще грубиян. Да, уже зато у меня есть номер, Наоми. Пойду, пожалуй, домой. Пока. Пока, мне тоже пора. Да, я забыл сказать, я выложил на сайт знакомств анкету твоего имени. Теперь любители приключений тебе прохода не дадут. Счастливо. Что? Спасибо за предупреждение. Сейчас. Глава 2. Я давно не ходил с друзьями в боулинг. Пошел, а там была Саманта под ручку с моим конкурентом. Джонни Килькин. Это не испортило мне настроение, зато трем девушкам, откажавшим мне в знакомстве, удалось добиться нужного эффекта. Но, по крайней мере, один номер телефона у меня есть, да и обладательница его даже очень ничего. Ничего. Все, пора домой. Взять такси. Дом. Приготовить экспрессо. Попили, когда выпьем кофейка и поедем. Все, и поедем. Нормально. Ну все, блин. Не конечно, не получилось бы повыделаться перед бывшей, но шо поделать? Недавно будет, что выделываться перед кем. О, я целую ночь ехал. Ах, я думал, что боулинг меня взбодрит, это теперь у меня есть телефон на ауле. Давай-ка. Как всегда, полуфабрикаты твои любимые. Нет. Уже бутерброды. А. Шо? Получить посылку. Ну-ка. И вошла. Позвонила и вошла. Похоже, наконец-то прибыл заказной бильярдный столик. Шары за ролики. Нихера себе. Бильярдный шоу. Что стол? Шары за ролики. Прямо у себя могу поставить. Чтоб было так элитно. Ковер повернуть уже. Вот так. Прям у себя в спальне. Бильярдный стол, понимаете? Какой я крутой. Чувствуете? Чувствуете уровень? Бутерброд приготовили. Просто. Надо прям так на доске готовить, на тарелочке подать. Хотя я в последнее время тоже так делал, не знаю, что. Да. Ну и чипсами зажили. Чтоб уже голода вообще не осталось. И да, приберись тоже чуть-чуть. Прибраться-то нужно. Так, ты чё там по цели? Ничего, на его просто сети, у меня есть мной рага в где. Ага. Сломался туалет. Почистить. Прочистить. Техника. Опа, 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 опа. Позвонить персонаж. Какой денёк? Давай сейчас прям звоним. Давай, чисти, 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 чисти. Пригласить.
Как здорово, приведу себе порядок и сразу же приду. Тут музычка всегда играет. Так, привет. Давай-ка. Пикапер, number one, давай. О, сразу же. Давай вместе поиграем. Ну-ка, оп-оп, подходим тут. Очень так. Опа. Там такая музыка прям херачит. Нормально повышаем отношения. Они повышаются и понижаются, кстати. Порадоваться, сделать комплимент. Чё он все время готовит? Порадоваться. Сделать комплимент, давай, давай. Ухаживать, очаровывать. Порадоваться, сделать массаж. Я уже могу. Нихера себе. Вот это мы быстро. О, друзьями стали очаровывать. Оп. Уже, какие-то отлично. Обнять романтично. Давай романтично обнимемся тогда. Вот это мы просто летим, как на ракете. А здесь рассказать не будут. Ага. Сейчас там жарить будем готовить. Пригласить. А, ну и все. Это все, что я могу пригласить. Встань. Дать романтично и продолжить готовить. Извини, еда сама не готовится. Опа. Все, один балл кулинарии мы получили. И что он там готовит? Макарончики с сыром? Оп. Надо бы тоже, кстати, приготовить, наверное. Опа. Ох. Нормально. Давай, кушай. Какой час, ничего себе, мне уже пора домой. Ну, согласен, мне уже спать надо. Опа. Опа, и спать. Вот так. Все. Хорошо. Нормально провели день. Пожрали. Дела. С тёлкой-то пообнимались даже. Хотя нам не надо было этого делать. По квесту, наверное, мы только завтра её должны пригласить. А тут такое. Я уже не пообнимался там. Ну, почти, наверное, поцеловался. Почти. Вон, час работал уже. И сейчас на работу. На работу! О! Самолет прилетает. Вертолет, вернее. Нихера себе. И до скольки он работает? Да, до 15, 5 часов. Всего лишь то 5 часов работает. Это, блин, меньше, чем в школе в день. 5 часов, прикиньте, работа. Хотя, может, он там вообще потерян на этой работе. Ну-ка. Опа. Сегодня Винсент приводит домой товарища по работе. Винсент отвечает с работы 32500. Думаю, нужно будет домой пригласить его на свидание. Сначала нужно переодеться. Нужно переодеться, говоришь. Ну, это мы сделаем в следующей серии. Да-да, не удивляйтесь. Оп. Понимаете, такие дела. Нужно разделять же серии все дела. Поэтому... Всем пока. А может еще не пока? Подождите. Мы подождем чуть-чуть. Это мы подождем. Я пока налью водички. Мы сделаем почти 30 минут. Так, все, всем пока.